нашей урановой руды сделали изотопы, оружейные плутонии, всякие-всякие дела. Вот они. А вот эта книжка, это как потом из этих вот вещей изготавливают на готовый боевой. Все классно. Это то, что мы документировали, чем я занимался. Тут смотрите, какая ситуация. Гранитный массив, все прогрето. Трещина, урононосная трещина жирной зоны. Они, значит, где трещина жирная зона пересекается с продуктивным, так называемым, пакетом, вот, там и формируется урановая зона. Вот закономерностями вот этими мы и занимались. Вот ты скважину буришь, выявляешь вот эти так называемые жилы формации ККУ, которые связаны с уран. Вот. И буришь скважины, и мы попадали скважины без клиния, без всего, на глубине 800-900 метров попадаешь в узел, где 20 тысяч метров, где зона рекламная жилья сопрягается вот с этим пакетом. То есть, ну, вот встречались вот там единицы на глубине, вот тут 55 метров. Там? Да, вот для нас вам. Это вот самая новая книжка вышла, «Рудный город». Она будет в трех томах. Это первый том. Просто классно. Эрцгебирги. Ну и вот эту книжку, это мне подарили, вон, даже надпись на 39 лет. Немцы в свое время, так что учебник минералогии немецкий. А вот это 53-го года, шикарнейший образец. Их всего три в мире было добыто. Три. Один у моего друга Зигфрида, и один он подарил мне. 53-й год. Уран. Вот это серебряные минералы. Пустите. Классно. Такие. Ну, все оно, конечно, мелкое. Вот это же тоже пустит. Вон он. Только сильно увеличенный. Вот тот образец. Это то же самое, что и вот. Ну и мышьяк самородный. В виде кальцитов. И далее, тоже. Вот с этим все было и связано уран. Вот в Украине, конечно, Волыни. Вот это вот Шнекенштайн, так называемый. Вот этот книжечка ему посвящена. Вон он, кристаллики. Вижу, вот кристаллики вот такие вот там. Самый большой, который находили, там 17, что ли, миллиметров, 18. Ну, а это вот разные, так сказать, вот. Очень старый образец. Самородный мышьяк, прустит, серебро здесь, все в этом. Вот. Редчайший минерал вот бегит. Вот такая вот выставка. Висмут, в честь чего назван, это наше предприятие. Вот это вот самородный висмут. Сам лично отбирал на горизонте минус 2050 метров жила. А это уже выращенный висмут. Уже вот из... Но это тоже немецкий продукт. Вот из этих висмутов, вон, выращивают сейчас вот такие вещи. Вот это вот тоже. Это самородный висмут, но это вот, Вячеслав Александрович, вот это редчайший минерал. Он единственный во всей классификации, который содержит органическое вещество. С. Органика углеродистые сланцы. И вот этот вот, его долгое время принимали за кальцит. Но это уэлилит. Девилит по-немецки, а здесь уэлилит. Редчайший минерал, вон там в виде сердца кристаллы. Вот такая маленькая хрень. Самородный углерод? Графит. Графит – самородный углерод, да. Ну, вот, 1830-й год, у нее. Сам лично отбирал лазеры по этим углеродам. Ну и знаменитые бариты.
Thank you.
Д3, я его называю. Сейчас, да-да. Аметист с цитрином. А это называют, я уже не знаю, 15 за термин внедряющий. Автор Силин Владимир Аркадьевич. Авторские работы. Изумительная гранка. А камень один. Да, включение одно. Обалдеть. Красота. Вот же написано. Описание. Ну, кило 400 подарок. 5-4. Ну, у него такие углы, что там все отражается. Это надо с боком как-то снимать. Thank you.
Thank you.